Всем привет! Время сейчас без 5:05 вечера. Мы собираемся идти в парикмахерскую. Ну, всякое может быть, знаешь. Вот. Маша делает ногти, и в это время Маша сейчас... Кромсает картошку. Да, вот, она уже немножко ее покромсала. Сейчас короче, смотрел, видели, что у меня были закругленные ногти, когда сегодня я херанула окончательно ножом по своему вот этому ногтю и отрезала его. Я решила, круглые ногти не мое. Поэтому обрезала их до квадратного состояния и иду в парикмахерскую. И режу картошки. Сейчас шинкуют, это будут чипсы. Днем был не такой сильный, сейчас уже ближе к вечеру, ветер поднялся. Это супер аутфит. Короче, я вся в синем. Джинсы синие, балетки синие. А Вика... Вот эти страшные скрипы, которые сейчас доносились от газовой трубы, что ли, всю ночь мне спать не давали. Они придут за тобой, да? Эти газовые трубы. Еще Артур сегодня ночевал на даче, на топчине, и говорит, это, ночью спать невозможно. Бу-бах-дах-да-дах! Что-то упало, у кого-то опять крыша улетела. Опять? Да, блин, там постоянно крыши летают, на даче вообще ветер сильный. И крыши плохие. Это же датчик как попало сделают, блин. Зато датчик. Это была неприятнейшая ситуация, мы забыли умную эмаль. Так как я свои ногти под лак всегда мажу умной эмалью для роста ногтей, я ее в парикмахерскую беру, у меня Соня мажет сначала как ее как основу, а потом сверху уже лак, рисует, и там еще много чего. Фу. Волос в рот. Вот. Наши гаишники работают, развлекаются. Тут чуть не подрались тут. У одного iPhone 5S. Мы сидим в парке, такой супер маникюр, один ноготь я уже смазала. Супер маникюр, ну ладно. А какой ты смазала? Молодец. Я знаю, я дома аккуратно этой ватной палочкой его подправлю со растворителем. Вот, и мы сидим в парке. Парк наконец-то открыли. Вчера он был закрытым, поэтому не чтобы не вот так проходили, а получается вот так вот кругом. Плохо судьба гаишника сначала нагло тормознул. Сзади машины ехал, он резко тормознул, там машина по тормозам, короче, паленая резина, дым, и он раз повернул налево, короче, ему захотелось там к своим припарковаться. А потом, короче, пока он парковался, начал выезжать, и, короче, на люк наехал, ему этот люк долбанул по машине, открылся, он так наехал, люк открылся, он, короче, ободок железный, и внизу железное, а залит бетоном. Это, короче, не утаскивали. Да, и, короче, так по машине долбанул ему этот люк. Мы с Викой долго смеялись над ним. А если мы будем над ним смеяться, нам ничего не сделают. Такая у нас хорошая полиция. Хоть засмейся.